Власне, в Олексія Повторейка, як же він, як ресторатор, сприймає зараз отаку от ситуацію, яка склалася, і насправді, чи вважає він отаким от гарним виходом із ситуації зараз цей карантин вихідного дня? Маємо змогу послухати зараз, власне, ресторатора з перших вуст. Олексію, прошу. Добрий день, рад привітати вас. І так, наше мнення, як ресторатора, по карантині вихідного дня – крайне негативное, потому что, например, в нашем заведении, в наших заведениях трех, в которых я являюсь совластником и бренд-шефом, действует такое, может быть, негласное правило, в том, что 40% наших гостей, то есть нашей прибыли, нашего оборота, мы получаем только с понедельника по субботу, по утро. А 60% это суббота и воскресенье. То есть у нас отдыхают семейные семьи, то есть дети, гости с бабушками, с дедушками, с детьми. И у нас ресторан, как так сказать, выходного дня. Если ведут этот карантин выходного дня, то наше предприятие, ну, нам придется сокращать и персонал, и идти на крайне плохие меры, потому что персонала у нас было 54 человека, сейчас на данный момент нам придется сокращать до 24, возможно, еще и меньше. То есть это и официанты, и повара, бухгалтеры, естественно, останется, и администраторы, наверное, пострадают, и бармены, и хозяюшки, которые следят за чистотой. То есть очень плачевно для нашего предприятия. Я бы, если бы возможно, если бы они хотят вести карантин, то карантин пускай вводят уже конкретный локдаун, который все закроется, да, например, там, и у нас не будет оплачиваем, так сказать, аренда, мы заморозим, наверное, предприятие. Потому что в противном случае, если будет карантин выходного дня, то это всего лишь два дня в неделю для арендодателей. Это не показатель. Они, если пойдут на уступки, то по аренде, имеется в виду помещение, то не очень сильно. Так что если вводить, то вводить максимально, как бы, не знаю, на короткий срок, может быть, на несколько недель, на месяц, но полный карантин, локдаун. Или же вообще его не вводить. Тогда мы сохраним рабочие места, и люди смогут кормить свои семьи и ходить на работу, радоваться жизни. Так что так, вот это мое мнение. Желаю хорошего дня. Так. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, Олексію. А ми нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Повторейко. Це бізнесмен і власник ресторану.